Прямой вопрос, прямой ответ. Почему? Господин Лукьянов, можно я напомню, что вы карточку отбирали у спикера. Вы помните это? Лично вы. И вы говорите про какое-то честное голосование. Ну так о чем может речь? Спикер совершил преступление. Вы у спикера отбираете карточку для голосования. Это нормально? Отвечаю на вопрос. Прямой вопрос, прямой ответ. Спикер совершал уголовное преступление. Кто это решил? Предусмотрено 364 статьей Уголовного кодекса. А вы в суд или кто? Любой человек, который видит, когда совершается преступление, обязан его остановить. Вы увидите, хулиган обижает женщину на улице. Вы будете смотреть, когда придет суд, или вы придете на помощь. Я приду на помощь. Я хочу пригласить в студию свою хорошую знакомую Викторию Ивлеву. Но она будет в студии не потому, что она моя знакомая, а я объясню почему. Но пока пусть она из Санкт-Петербурга, работает в Москве, но пусть послушает, что такое украинская демократия.